Ну а с утра в соцсети распространилась информация, что на ипподроме ЕГСХ массово умертвили оленей участников забега на съезде оленеводов. Сообщение представители администрации Анабарского района опровергли. Погиб один олень, причины выясняются, предположительно из-за акклиматизации. Всего привезли 18 оленей для участия на гонках. Никакой расправы конкурентов с нашими оленями, как пишут в WhatsApp, не было, сообщают представители администрации Анабарского улуса. У нас один олень умер, но этот олень как по приезду уже был уже в стрессовом состоянии. Этот олень вообще не ел, но из-за этого и вот причина. Из-за этого и умер наш олень. Как такого замена нам не понадобится, потому что мы запасались двумя. Нам для гонок понадобится 16 оленей. Мы запасались двумя, ну как бы резерв, да, два оленя. С собой взяли резерв.